С какого возраста детям нужны солнцезащитные очки? Оказывается, уже с полугода можно и нужно защищать детские глазки от ультрафиолета. И здесь важно сделать правильный выбор. Стоит обратить внимание на пластиковые линзы с блокирующим слоем свыше 50%. Кстати, в очках с такой защитой кожа вокруг глаз не загорает. Очки лучше приобретать только в магазинах оптики. На дужках и стеклах ищите этикетку с указанием фирмы-производителя и маркировкой. Для детей до 10 лет лучше выбирать очки из поликарбонатного пластика. Они не только прочные и не царапаются, но и практически не искажают картинку. А вот очки из акрилового пластика дают сильные искажения. На что стоит обратить внимание при примерке очков? Первое. Они не должны съезжать с носа при резких движениях и сдавливать голову. Второе. Дужки очков должны иметь выраженный загиб, чтобы удерживаться за ушами и не спадать при наклоне головы. Третье. Дужки должны быть мягкими и немного эластичными. Важен и цвет линз. Наиболее комфортный для глаз – коричневый и серый. Не рекомендую использовать особенно яркие линзы, розовые, голубые, синие, потому что они снижают четкость изображения и пагубно влияют на зрение. Нежелательны для малышей и очки с зеркальными стеклами, особенно если есть заболевание глаз. Поврежденные очки могут сильно испортить зрение, поэтому необходимо научить ребенка ухаживать за аксессуаром, регулярно протирать и беречь от царапин. Соблюдать несколько несложных правил в использовании солнцезащитными очками. Обязательно пользоваться ими по мере необходимости в яркий солнечный день, не носить их целый день и не пользоваться в темное время суток. О том, как правильно выбрать малышу солнцезащитные очки, вам рассказали Вероника Алюшина и Тамир Малак для студии «Хорошего настроения».